спонсор этого выпуска, как всегда, мой онлайн-магазин crystalgame.ru. Это реально мой магаз, перестаньте душить меня в комментах, никто вас наебывать не собирается. Здесь вы можете купить практически любые игры по хорошим ценам и без обмана. По всем вопросам можете писать мне ВКонтакте, ссылочка указана в описании. Спасибо за просмотр. Добрый вечер, ебать! Добрый вечер, яки здрави, чат нахуй. Пиздец, тут, блядь, началось то, нахуй, что я ждал, бля, в GTA. Пизда разборки, пизда стрельбище. Ебать. Идем сейчас ебать, блядь. Я вообще не думал, что я нахуй буду сейчас врубать, но тут, блядь, началась пизделка, в которую я не могу не вписаться, блядь. Я просто не могу в это не вписаться, нахуй, потому что я ради этого играю, блядь. Нахуй, сват, ебать, и подразделение выезжает на охоту. Сейчас, секунду. Первый, ну что у вас там, первый. Бля, чуваки, там такая пизделка, блядь, была, это просто пиздец. Это пиздец, максимальное количество людей, нахуй, надо. Там, короче, блядь, быканули долбоёбы одни, их надо разъебать. Будет, конечно, забавно, если нас разъебут, блядь, но... Че? Так, короче, иду брать оружие. Сейчас надо главному, блядь, этому, да, надо главному есть. Подойти и... Короче, вообще всех, блядь, кто в полиции сейчас есть, надо всех, нахуй, собрать. А где главный, блядь? Ника! Ника, добрый вечер. Короче, нужно собрать всех свободных офицеров, кто сейчас вообще может, и ехать на трассу, потому что там лютые разборки и стрельба, нападение на полицию, короче, все в этом духе. Ну, надо собирать людей, у кого оружие есть. Да, ну, типа, ну, я что-то не вижу в офисе много людей, потому что там, скорее, туда большинство уже уехало. Шо, господа полицейские, надо бы не в полицию вступить. Ну, сейчас я соберу. Сейчас не до заявления. Короче, я пойду оружие сейчас возьму. Сорняка можно? Бля, чуваки, там такой вообще пиздец был, бля, я так кайфую, я хочу разъебать даунов. Первый, как слышно, что у вас там? Первый. Жорик, блядь! Алло, нахуй, ты сдох там, что ли? Или что, пизда, его что, убили, что ли? Бля, есть инфа, что его грохнули, блядь. Ну, блядь, как разлучить птички, блядь? Контрол не лочится. Третий на связи, третий ездил за патронами, где первый, не знаю. Говорят, его убили еще несколько раз. Блядь, а ты в офисе сейчас? Нет, но могу заехать. Давай заедем, сейчас вместе поедем, слышишь? Я тут главному сказал, что... Ну тут, блядь, народу в офисе, видишь, нету, блядь. Все спят, либо туда уже уехали, я хуй знает. Да, блядь, Жорика грохнули опять по ходу игру. Там такой пиздец творится. Блядь, надо быстрее, типа, порешить с патронами. Я не понимаю, где патроны, блядь? Патроны 5... Блядь, 5.56, это, наверное, вот для эмки. Ёбаный пиздец. Я что, совсем долбоящер или что, блядь? Меня там, нахуй, друга убивают, блядь. Я пушку залетить не могу. Я тут, я тебе дам, я могу давать. Второй, мне пизда, я, блядь, только что увидел, блядь, увидел бога. Приезжайте сюда быстрее. Да, блядь, мы не можем патронами решить, что тебе надо? Все надо. Тебе броник нужен или что? Да, броник давай. Сейчас дам. Не хватает материалов, ебать. А, блядь, слышь, броник закончился, похоже. Ёбаный пиздец. Броник закончился, слышь, материалов нет, чтобы его сделать. Ебать. А второго у меня нет. Вы можете быстрее, мужики, приезжать, нет? Патрон нету, блядь! А, вообще нету? Так в организацию заедь, там в организации много патронов. У меня карабин, типа, для карабина, типа, семерки, походу, нужны, а семерок нету на складе. Поехали в организацию, Поехали. Сейчас тут положу лишнее. Майк и Жека, вы тут? Прием. Да. Поехали, вы нужны нам, поехали. У вас есть оружие с собой? Подождите меня. У вас оружие с собой есть? Все, да. Поехали. Ебать, сейчас пизделка будет, блядь, только нужны патроны. Бля, у нас тут такой зашквар, это просто пиздец, тут такой замес, блядь. Бля, у меня нет патрон, типа, вот тут в чем проблема. Просто замес, блядь, пушек нету, броника нету, Ника. Ника. А какие патроны нужны на кабин? Семерка. Блядь, семерок нету на складе, пиздец. У нас материалов нет. А слышь, у нас есть в организации, Пуси, у нас есть в организации семерки? Да, быть, бля, выйди с руля, блядь. Да, блядь, Фила ебут, там Фила уже во все щели, наверное, выебали. Ну что сделать, если медленные, блядь, только зашел. Мы на Иване просто едем. Чего? На Иване, говорю, едем второй, блядь, не поворачивает. Да, она нормально поворачивает, она разгонится, блядь. Просто нужны патроны и все, и туда за ним. Бля, слышите, а там, по идее, должны быть и ФБР в таком случае. Блять, а есть тот, кто, блядь, в... Я же, может быть, не могу на склад зайти, блядь, или могу? Наверное, могу. Блять, у меня нет доступа! Первый! Да. Доступ, дай доступ на склад, блядь, организации.
Бля, я не могу. А, сейчас дам, подожди. Дай, блядь, там семерки есть, нет? Семерки нужны, нет, пиздец. На 55-ю волну зайдите, слышь, на 55-ю волну зайдите. Есть доступ, на 55-ю волну зайдите. Зайдите на 55-ю. Варданчик, пошли, слышь, пошли с нами быстрее, Варданчик. Так у меня маски нету, чтоб стрелять. Да похуй, там, типа, долбоёбы в зелёных. Долбоёбы в зелёных этих. Варданчик, 10-20, где он находится? Долбоёбы в зелёных жилетах. Кому-то нужно что-то в этой. Нет, пошли быстрее туда, пошли, пошли. Пошли, Варданчик, бери оружие, пошли, блядь, эту телегу железную. Нахожусь напротив мексиканской давай, мафии на шоссе, на развилке. Подожди третьему броник дай. Это, слышь, а куда ехать? Раньше, куда, да? Жорик, ехать? Жорик, ехать к посольству мексиканской мафии, там трасса. Там этот самый хайвей. Вот, мы на этой самой, на трассе. От мексиканской мафии справа 100 метров буквально. Окей. Мы на хайвее, здесь скопище машин, здесь не проедете. Сюда ехать, тут пиздец, блядь. Похуй, я протараню там. Пока нахуй дождешься поддержку, уже тут всех перебьют, блядь. Да, блядь, откройся. Да, блядь, только взяли машину. Просто, блядь, все челики с организацией уже под этой подъехали. И вы сделай код 0. Бля, где это посольство? Я уже делал два раза код 0, бля. Хуй кто приехал. Приехала одна машина обоссанная, и всё, и уехала. Справа мексиканской мафии трасса, правильно? Да. Все, едем, правильно. Едем, давай, блядь. Пуси, выходи быстрее. Ну, ебать. Пуси! Давай, быстрее, блядь. Там уже Фила, блядь, трахнули сколько раз. Блядь, чат, чувак, сейчас будет забавно, если мы сейчас приедем, короче, нас выебут в жопу. Давай, я тебя жду, блядь. Я за парковку с ним. 909, блядь, вы сейчас будете, блядь, короче, нахуй, я сейчас его убью, нахуй, просто. В прошлый раз как ничего не было. Хорош бить машину просто. Блять! Это тот гелик или нет? Жорик, какие номера были на гелике? Сейчас скажу. Блять. Второй едет к первому, и третий подъедет чуть-чуть. Давай. Блять, тебя сколько ждать? Тебя я ждать или нет? Не поеду, я здесь, уже я уехал! Здесь. Да блять, я тебя жду тут! Да иди нахуй, 909-й, долбоёб, блять. Бля, чуваки, сейчас, короче, приедем, нас трахнут, вот это будет мем. Майк и Анрил, у вас есть оружие? ЕЕ, но номера, ЕЕ-637М. Есть оружие, да? ЕЕ-637М. О, Анрил, ЕЕ-637М. Блять, Анрил, нахуй ты сел, если у тебя нет оружия, пиздец. ЕЕ-637М, Гелендваген, ЕЕ-637М. Мы втроём сейчас подъедем туда. Это ебать, мало, здесь стою втроём, нахуй, жду, блять, он уже уехал, оказывается. Сука, это бронебойная хуйня, блядь, реально не едет. Ни у кого нет ни брони, ни оружия, ничего нету. По красным пуховикам не стрелять. Вы где находитесь? Я еду на бронебойном в три тела. Справа от мексиканского посольства. Да, на хайвее, на хайвее. А там с горы кто-нибудь есть, не с горы? По красным пуховикам огонь не стрелять. Чат, слышите, она вообще бронебойная хуйня, правильно это, да? Это был тот гелик. Блядь, да там типа не видно было номеров. Бля, меня тут заебал 909-й нахуй. Просто отъебись. От меня отъебись, блядь. Ты заебал, я тебя сейчас, блядь, просто машину сломаю. Руина, блядь. Так, чё сейчас, огонь сразу на поражение по ним или как? Огонь на поражение, да, огонь на поражение. Бля, сука, я ради этого играю в GTA, блядь, началось. Но главное, чтобы меня сейчас не трахнули, чат. Если трахнут, будет... Жорик, а ты где лежишь? Мы едем на подъезд. Я уже стою, меня же реанимируют. Я еду на бронебойный, блядь, садись сразу ко мне. Бля, тут проблема в том, что нет, Егор, нет оружия. Тут вообще пиздец, брони нету. Брони нету. Бран, блядь. У нас мало. Поехали, блядь. Ебать тут хуйня, блядь! Бля, мусор ёбаный, блядь, заебал уже, блядь. Да. Пиздец, вот это вот типа бэхи красные, все это хуйня, это есть типа бандитская хуйня. Жорик, ты где, Жорик? Жорик, ты где, блядь? В красных пуховиках. Я здесь стою здесь. Ты видишь меня? Ебать тут народу, блядь. Вот этого сам Дуси Дестройера. Красных пуховиках кто бегает? Все, перевижу. Красные пуховики не стреляйте, это наши, не стреляйте. Все, принял.
Сюда, сюда, сюда. Поступила инфа, слушайте, поступила инфа, что, что гелик с красной инфарами в городе где-то был. Жорик, садись, Жорик. Все. Так а что ты делаешь? Так, Лиз, что ты делаешь? Пусси, садись, пусси, садись. Бля, ебать тут движ, блядь. Неужели, неужели пиздец, правда, блядь, опоздали на все, но... Короче, чуваки, вкратце здесь, типа... Так, офицеры, так сказать... Вкратце, короче, объясняю. Бля, не могу их замутить, не могу... Стреляем на поражение. Я не могу объяснить мысль, потому что сбивает. Кадет поехал за... 909-й, блядь, я сейчас тебя грохну, нахуй, если ты помешаешь еще препятствию, блядь, машине, ты заебал. Я тебе обещаю, я тебя убью, блядь. Если ты дальше будешь руинить, нахуй. Ты что, долбоёб? Считаю до трех, выхожу из машины, убиваю тебя. Три, два, один. Чат, выходить? Нет, блядь, он заебал реально, нахуй. Чё, ебана, что ли, совсем, блядь? Урод, бля, ёбаный нахуй. Выкинь его из машины. Долбоёб, блядь, заебал руинит же, пиздец. Просто руинит, нахуй, бро, просто блочит пока эту тачку. Вы чё, реально дегенерат или чё? Бля, у меня оружия нету, блядь. Бля, опоздали тут, пиздец. Короче, чуваки, чат, всё началось с того, что Жорик пошёл патрулировать. Я чисто смотрю, блядь, его стрим. К нему, короче, его окружили три мерса, блядь. Руки вверх, короче, Картмана убили, Жорика взяли... Жорика взяли в плен, его нахуй убили, ограбили, потом сюда приехала полиция, полицию выебали, вчера пол офиса расстреляли, и короче это бандиты в зеленых жилетах, поняли? У нас патронов нету. Ну хватит, бля, ладно, ёбните 909-го, 909-го, ёбните нахуй, ёбните, огонь на поражение 909-го, да, блядь. 909-го огонь на поражение, если с оружием. Гражданин, да, 909-й на поражение, стреляем на поражение. Поменьше агрессии, блядь. Просто ебанат, блядь. Ну просто ебанат. Бля, ебать от народу, бля. Офицеры, Безардовский и Жорик Дадаян, можете помочь нашему дружиннику, пожалуйста, очень надо. 909-й, я знаю, что это тот, который, блядь, руинил на парковке, типа. Зелёные жилеты, это они, нет? Нет. Это не они? Стас, здорово! Стас, ну кого ты давишь? Ёбаный рот. Блядь. Я буду тебя защищать. Ой, бля, ебать тут народу, что-то слишком много. А, это Жорик, блядь. Стас, помогите нашему человеку, и вы понимаете откуда. Жорик, откуда? Пожалуйста, помогите, пойдемте поможем человеку, его пакуют. Кого? Куда? Где? Кого, блядь? Нашего пакуют сейчас. Там агент, отбившийся от стаи. Где пакуют? Бля, выхожу из машины, короче. Лекции, бля, кого пакуют? Тачку закрой, блядь. Давайте, разъехали. Кого, ебать, пакуют? А кого пакуют? Кого пакуют? Кого пакуют? Слышу стрельбу на трассе. Никого, попросили освободить просто. Нормально слышно. А, вон они. С горы стрельба, если что. Все горят, все горят. Высаживай. Слева горы. Ага. Уехали вроде, Бля, это свои или что, блядь? Я не понимаю. Это свои на горе или да, что? Они уехали. Бля, по своим захуярил. Черная, ой, серебристый этот, Lexus. Бля, ебать! Lexus-то вот идет, человечек, вот. Где координаты, блядь? Ебать тут движ, это ж просто пиздец. Блин. Бля, я точно помню серебряный гелик. Я точно помню серебряный. Не серебряный гелик, короче, мерш серебряный и гелик. Только номера не помню гелика. И помню красный инфинити. Вот красный инфинити это, блядь, вообще самые типа кончи. Варданчик такой. Бля, не понимаю, что за рацию вышел, что ли? Что делаем с людьми с Лексусом, который в Лексусе вот был? Что делаем с ними? Где? Красный Лексус? Да нет, хромированный. Там красный Лексус был, если что. Инфинити, может. Да, защити! Инфинити, скорее всего. Жорик, ты где, блядь? Я тут стою. Где? Творится. Ебать, где стрельба? Я стою около этой самой, около... Красный Лексус. Блядь. Да, блять, куда ты давишь, нахуй?
Бля, мне кажется, туда не надо идти, там ловушка может быть. Там ловушка может быть, не надо туда идти. Вы где, мужики? Мы дальше пошли, тут какая-то это башня электрическая. Приезжаем к ранчо, к мексиканцу. Вы дальше поехали? На гору пошли, да. Я бы сделал регрупп около этого самого, около нашего офиса. Мы сейчас растянемся, нас выебут. Да-да-да, нельзя растягиваться, Выйдите все на трассу просто около бронемашины, и там типа соберемся, пойдем. Давай, к бронемашине. Там ловушка, они разведут. Какая волна рации? 55-я. Бля, 909-й будет руинить, я стреляю, чат, сразу говорю. Вы ФБР? Передайте своим всем, чтобы они не стреляли по красным пуховикам. Да, мы же в таком бронежилете. Жорик, где регрупп? Отойди. Вот тут мы стоим, вот, на этом месте, где этот сам, куда-то исчез, куда-то не исчез. Короче, там все, по-моему, все в масках, это ФБР, если что, они типа вокруг. Вот я, блядь. Да. Офицер С, делайте регрупп непосредственно... Гражданка, ну что вы делаете? Зачем вы, блядь, что вы делаете? На? Гражданка. Да похуй на гражданку, блядь! Давай ее хуярим! Да похуй на гражданку, пошли регруппиться, ты заебал, блядь! Здесь регруппиться, Макс Лох. Ну тут чилики есть 24/7, ну невозможно, нас будут сбивать. Пошли на гору. Кому еще оружие? Не. Осуждаем, чат, осуждаем, если что, если там что-то было, я не слышал. Жорик, пошли регрупп на гору. Как слышно, прием. Нормально. Мужики, участок сказали, участок попадили. Около полицейских. Мужики, сказали, мы полицейский участок сможет здесь ничего сделать. Ебать, блять. Блять, бронемашину перевернули. Пиздец, бронемашину перевернули. Ебать. Че ее не перевернули? Перевернули бронемашину, перевернули. Помогите перевернуть ее. Пизда бронемашине. Слышь, говорит, чат, там говорят, что... Да че так? Там говорят, что нас участок захватили, короче, прикиньте, ебать! Да, блядь, как мне усесть теперь? Жорик, садись. Садимся, все сел. А что, нам нужно в этот ехать, в отдел, правильно? Участок, там захватили участок, сказали. Поехали. Мужики, все в участке встречаемся. Ебать, пизда, блядь. Блядь, Жорик, это все из-за тебя, блядь! В смысле из-за меня? Я просто хотел затормозить Мерседес, блядь, на трассе, который... Да тебя, блядь, тормознули и выебали. Ну да, получается, что меня. Как всегда, блядь, соло попал, блядь. Ты можешь нахуй еще медленнее ехать? Да, бля, я метку ставил. Ебать, колясочки повысили до свата, блядь. Ладно, я завтра тоже, блядь, заступлю в сват, блядь. Да куда ты заступишь, блядь, с моего разрешения только. Да с какого твоего разрешения? С моего разрешения в сват, блядь, скажу, нет, тебя не пустят. Да не едет быстрее, 90 едет. На нахуй ты ее взял, блядь? Да потому что она бронебойная, за ней можно, блядь, как щит поставить. Ну, она не прострелит. Уебок, блядь! Пизда, вы можете в него стрелять? Куда ты едешь, блядь? Это уёбище подрезало, если чё. Пизда, мразь, блядь. Ну, она, слышите... Ебать! Прием, как слышите? Все участки. Едем в участок. Уилла, блядь. Почему он не подрезается, блядь? Трагированный, говоришь. А чё вы делаете? И, блядь, ты в курсе, что я вышел дефать твою жопу жирную, блядь? Ебать, уехал на своем говновозе, блядь. Блядь! Ты где вообще? Пизда, я блядь. В участок еду. Блядь! Ты меня проебал в начале трассы, блядь. Я пошел... Как я тебя мог проебать в начале трассы? Ну я вышел, потому да что... Да сука! ...жирную жопу, блядь. Уебище 900... А, это не 909-е. Пиздец, чат, это, конечно, шапито, я ебу, блядь. Типа, не, я больше эту телегу больше не возьму, блядь. Я больше эту телегу не возьму. Просто пизда. Больше нахуй не возьму. Она просто не едет. Я ее просто больше не возьму. Это, ну, это невозможно. Она просто 90 едет. У нее максимум разгон 90. Самое что интересное, что она даже с горы не едет, типа, быстрее. Просто пиздец. Там уёбище на фиолетовой машине, типа, подрезало. А челики, короче, вот эти бандиты, которые присанули Фила, из которого все поехали за Фила впрягаться, они, короче, участок захватили. Ебать! Чё, блядь?
Уроды, блядь. Это по-любому эти засланные казачки. Ну что там около участка? Бля, вроде все тихо, едь к офису, едь к офису. Я прям около участка, если что. Ну я тоже, там скажи ребятам, чтобы регруппу офиса около нашего. На да они все тут стоят, ебать, здесь красные пузырьки. Да, регруппу офиса. Мужики, регруппу офиса. Поехали. Это не офис. Давай. Слышь, говорят, что это не офис, говорят. Я понял. Давай переобуваемся в нашу форму, бля. Я буду военный, блядь. Блядь, игра зависла, блядь! Ну ёбаный пиздец, как так-то, блядь? Бля, самое хреновое, что я, блядь, опоздал на весь движ со стрельбой, который там был. Там я говорю, короче, что началось? Фил поехал патрулировать с Картманом. Он начинает останавливать, короче, мэрс, который его специально подрезал. К ним еще подсасываются две машины. Из всех машин по 4 человека выходят с автоматами, руки вверх. Короче, Картмана отъебали в жопу. Фил руки вверх, блядь, дал заднюю. Дал, типа, код 0. А код 0 это, типа, что сотрудник убит. Туда поехали, короче, ФБР. Туда поехали, типа, с нашего офиса, из других офисов помогать, а по итогу, типа, челики съебались, слэш где-то рядом, скорее всего, ходят и чекают, типа, вообще, что происходит. Его еще обобрали на бабки и что-то там еще спиздили. Вот. Имелось в виду база банды. Не, база банды не могли, типа, не могли. Это офис, типа, отдела полицейского, они сказали. Короче, а я пока, блядь, заходил, пока подрубал, пока собирали машину и так далее, они уже, типа, съебались, слэш, ну, там, на тачках ездили, байтили, видели. Типа, это, скорее всего, какой-то, ну, группировка, слэш, банда. Вот. Возможно, кто-то сегодня не вернется домой. Возможно, у кого-то есть семьи, у кого-то есть дети. Но мы бросаем сейчас вызов группировке. Вот, я понимаю, что... Да, блять. Вечер, все дела ждут всех дома. Но нам надо дать отпор. Так сказать, мы не терпилы, мы никогда ими не будем. Поэтому сейчас будем бросаться на поиски Гелендвагена и, так сказать, и красной Инфинити. Да разблочь, блядь! 545-й, блядь, отойдите нахуй! Ура! Ура! Да здравствует твой начальник! Блядь! Ура! Ура! Наши имена запишем в надписи! Аплодируем! Чисто! Жорик! Что тут происходит? Жорик, куда мы едем в итоге? Напоминает реально это сам планета обезьян, бля. Смотрели, мужики, планета обезьян. Один ебот, блядь, один ебот, там дальше что-то получилось. Я полик рафань! Бля, вот это охуенный движ. Бля, ну я хреново, что... Хреново, что по итогу опоздал, блядь, на всю стрельбу. Я думаю, что сейчас выйдем. У всех есть машины, кто здесь прибыл. Бля, здесь, ну, половина еще людей, самое что интересное, не из организации, блядь. Вот видите, значит, смотрите, вот этот вот красный, делаем? Типа... Мы делаем... Мы вот этот красный, он не из... А, подожди, мы садимся по машинам и думаю, что будет правильным патрулировать город. Вот, патрулировать город, потому да какой патрулировать город? Надо поехать, типа, в гетто, скорее всего, само. Поехали. Ну да, в гетто. За Аржадан. А коли ты в городе найдешь? За Картмана, за чатик! В смысле? Нас много, мы можем рассредоточиться, а потом кто-то даст инфу. Ты предлагаешь, блядь, 50 человек... Нет, подожди. Ты предлагаешь 50 человек, чтобы ездил, блядь, в гетто, все 50? Ну, не знаю, как минимум посмотреть вообще, что там за движ. Нас много, мы можем позволить себе рассредоточиться и охватить весь город. Ну, правда, так получится, что все будут... Ну, давайте поедем в гетто. А слышь, а какой канал связи? Какой канал связи? У нас же рации с ними нету со всеми, кроме полиции. Канал связи этот самый, в организации видно, что пишут люди. А, все, да, понял. А, воргу пишите, воргу. Да, если чего, это слэш фэм. Куда едем, Жорик? Где-то едем. В какое? В смысле, в как только? Ты же знаешь, куда ехать. Я понимаю, просто там они разные, типа, понял? Их несколько, типа. Но они я были что-то... в розовом, едем в розовое. А, думаешь, они это были значит, в розовое, едем в розовое. Думаешь, это что-то значит? Это их униформа. Ну, поехали чекать. А у них есть какой-то там особняк, типа, главный вообще? Либо да, либо розовый, либо красный. Да, красный. Едем на красный. Ну, в блудсы, да? Да, едем на красный. У них, типа, зеленые жилеты были. Не-не-не, едем на красный.
Реально, реально песня из, из бригады нужна. Бля, что-то мне кажется, я не туда поехал. Ну, бля, рак туда поехал. Главное, пусть и дестройеры не сажать за руль. Я с ним уже сильно покатался, блядь. Пусть и дестройеры, главное, из машины, блядь, не выходить, чтобы снова не ёбнули. Меня убили те челики, которые убивали Фила. А тебе нужно было руки вверх, типа, тебе нужно было подчиняться, потому что ты не подчинился. Да. На череп, блядь. Да, блядь, я тут, типа, я объезжаю со стороны, я же не поеду сразу туда, блядь. Чё, дурак? Ну, что такие вообще? Выкинь его, блядь. А кто, в машине еще кто-то есть? Выкидывай, да, 337, выкидывай его. Сек. Да не надо! А у меня, типа, его вообще нету, знаешь? Он, у меня тоже нет его. Нажми, пожалуйста, У. У меня не открывается У вообще. А М, открывается М? Да. Нажми М, выкинуть. 726, 7. Да? У меня нет, 726, бля, у меня да, только есть. Надо. Как тебе же свата дали, ебучий рак, блядь. Да, блядь, у меня его просто нету, типа, такого, который ты говоришь. Так, слышишь, нас сейчас прессанут, блядь. Поехал. Ну, нас прессанут, там 4 человека в бронежилетах, это они есть, блядь. Кто набежает? Ты дурак, что ли? Да. Смотри, ты смотришь назад? Напиши в организацию, го, типа, забайте мы, го, забайте. Напиши в организацию, чтобы к офису ехали. Ты меня слышишь, долбоёб, блядь? Алло, блядь! Мужики, это наши, блядь, это наши. Да это не это наши, наши, блядь. Там не наши были. Вот на той, смотри, красной тачке за нами едут. Посмотри назад, блядь. Это те челы, блядь, в зелёных жилетах, блядь, с оружием, которые написаны гражданин. Ты меня слышишь или нет? Меня слышно. Посмотри назад! Ебан, блядь! Сука, я сейчас бомбану нахуй. Блядь, жирный, ты ебан или да? Блядь, сука, это... Хуй, ебать, ты... это свои, блядь! Меня слышно? Меня слышно или нет? Слышно. Пизда, слышно, это свои, блядь. Хеллоу! Меня слышно или нет? Меня слышно. Блять, это свои были. Стас, ты меня слышишь? Да слышно. Да блять, сори, блять, там написано было гражданин, типа, у вас один человек. Так хуя ремих, блять! У вас 804-й, типа, если что, ну непонятно кто. Слышно? Гражданин с бейджиком 24. Почему вы ёбаный пиздец, блять? Блять, чел, иди нахуй! Почему вы в бронежилете бан, во-первых, а во-вторых, почему вы так со мной разговариваете? У меня в машине ведется видеофиксация. Всем похуй! Твой видеофиксация пошел нахуй, блять, еблан, блять. Я требую извинения. Я не понял, а что у меня с машиной? А что с машиной? Колесо пробили. Пизда, блять. А кто пробил-то, блять? А кто пробил-то? Ебать, найс машина, блядь. Да ничего. Поехали мы уже пиздиться с кем-то, что вы делаете? Так, блядь, машины теперь нету. Откройте тачку, блядь. Нахуй впустите, блядь. Уйди, 337-й, уйди нахуй. Да за что? Чёрный Мерседес, у нас реку просто... Блядь, у нас колесо пробито, ЧП, блядь. Нормально, на коляске, блядь, не только на коляске, блядь. Помощь. 220 ваших. Бэ, знаешь, пошли вообще свои машины, может, возьмем, типа, чтобы это, ну... Это пиздец. А, круиз-контроль, слышь? А, получается, ты еблан вообще. Я еблан, да? Понятно. Че, опять в красную зону едем или че? Да, красную, да, давай на красную. Да. Че ты, блядь, едешь? Давай, да. Терпила, блядь, что ли, кругами кататься? Да, блядь, потому что если нас прессанут, то нас выебут, типа, вот что. Нормально, зато мы будем точно знать, что они здесь. Окей, блядь. Тем более за нами едет тачка, как минимум одна. Скорее всего, там на красном. На красном ты, блядь, взял, засал, ебать, сотрудник смотрит. Да все нормально, блядь. Ебать тут. Ебать тут. Нихуя себе. Свои, это наши. Это не наши, по-моему. Это наши. Это наши, блядь, красные пуховики, блядь. Ну, блядь. Ебать, это оккупация банды или что? Это наши, ты шо, Стас, совсем? Да, блядь, я запутался. В красной зоне, ебать, все красные. Где их, типа, база? Мы можем их просто разъебать вот или нет? Вот база, но базу о, прям о, нельзя о, туда. Уёбище, выходи, блядь! А мы можем просто их захуярить, нет? Курт? Нет,
Боже, давай, давайте титул заискать. Ебать, сейчас нахуй эту банду разъебем, блядь, бичей. Куда заходишь в каски, дурачок, ты сюда не... Ты кто, блядь? Ой. Пошел нахуй. Садись, давай, давай, пойдем. У нас тут администратор сервера. Админ, что они делают? Мне кажется, нахуй администратор сервера. Пойдем. Бать, дороду. Так что мы нам уходить, правильно? Да, сейчас ливнем, сейчас ливнем. А нам что, нельзя типа сюда или что? Администратор 661, нам можно сюда? Вам, блин, не слышно, не слышно. Вот, так как в госструктуре вам нельзя в это место, на черепок, это территория банды. Ну, то есть я могу в свою в свободную форму переместиться и уйти отсюда, правильно? Да, смотрите. Не, подожди, подожди, секундочку, перебью, извините. Короче, Галимов, здорово. Мы можем, типа, просто идти вне рабочей формы, сюда завалиться и разъебать банду? Такой прямой вопрос. Нет. А как это вообще работает? Как мы можем, смотрите, типа... если в нерабочей форме, в принципе, как объяснить? Если... В нерабочей форме, в масках, вы можете помочь другой банде, но это мы, уже будет... мы все являемся одной организацией. Все красные пуховики — это наша организация с Жориком. Из Дусей. Да. Это все наши организации. А вы тут еще нет? Всем плевать. А куда они ушли? Ну, админы куда-то пошли. Ситуация такая, в общем. Ну что делаем? Подойди сюда, налево к нам. Подойди налево к нам, один только. Один, подойди сюда. А куда налево? Ну налево, вот, типа, мы в проходе здесь стоим с админами. Короче, значит, Жорик с Дусей поехали патрулировать город. На них, значит, напало три машины, там, Мерседес, Гелик и так далее. Их присанули, Дусю убили, Жорика убили, короче, грабанули, напали. К ним на помощь поехала ФБР и полиция, и мы тоже все поехали. Там была большая разборка. Где вы, слышите? Да, слева. Там была большая разборка, в общем, и это, скорее всего, типа, слева, красная банда Блудс. Вот, и они, как бы, там была большая стрельба, очень много машин и так далее. И мы сюда приехали, потому что это все наши... Да подожди, блядь! Вот, и короче, вся наша организация, Красные Пуховики, приехала сюда. И типа, мстить. Мы хотим, да, типа. Стоим, сейчас будем хуярить. Смотрите, но так как вы не. Как объяснить, вы сторонняя организация, вам нельзя на сам черепок заходить, то есть внутрь черепка. Я понял, в общем, а мне надо снять форму. Право, допустим, перекрыть вход с респы и потребовать там старших и уже начать разборки. Но самое значит, главное, короче, мне надо просто снять форму, правильно? Ну да, вам лучше всего снять форму. Все, да. Договорились, короче. Пошли, Жорик, пошли, да, пошлите но, снимем допустим, форму. И самое главное, по-другому действует. Вам людей нельзя внутри вот этого черепка, со стороны, допустим, а может вы нам поможете с поиском этого... Вот видите, вот эта территория, вот эта вот такая... Ну да, еще с поиском. Дороги, вон до той, и вон там еще вот этот въезд, да. Вот в этой территории понятно. Вам нельзя убивать людей. Ну, соотношаясь к банде Блудс на вот этой территории. Вы располагаете какую-нибудь информацию насчет Гелендвагена и Красной Инфинити? Да, 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 ну смотрите, я все прекрасно понимаю, но именно в респе самой, это является респа титулом. Вам ну, то есть, нельзя ну, здесь... То есть, они за красных вот за эти, правильно? Нет, смотрите, это именно правило сервера, что просто нельзя... Да, да, кто... Не, имеется в виду, вот они те... Они к какой банде относятся, да. Красные? Нет, там был красный Lexus, либо Infiniti, там был Гелик. Нет, красный Infiniti и Гелик черный. И там еще BMW черные я были. Точно, я не знаю, к какой они организации нет, относятся, то есть это вы можете по одежде определить. Бля, можно я просто расскажу ситуацию и все, с чего нет, так я всем похуй. Да я все рассказал уже. Ну все тогда. Нет, просто есть кто-то это. Первый, второй, где? То есть для того, чтобы, короче, нам не... У нас нет лидера сейчас сообщения, ноль состава сейчас. Поехали. Нет лидера. Короче, нам просто нужно снять, значит, военную форму, вот эту вот рабочую, и можно все, значит, заезжать сюда, правильно? Нет, это будет как это скачет. Вы сможете снять военную, вот эту, свою форму, надеть маску, и тогда вы сможете просто, грубо говоря, заниматься бандитизмом. Нет, но... это же не работает. Если вы подожди, находитесь... в маске, если вам фамилия, нет, вы можете. В маске нет, можно, в маске можно. Вы уже не можете связываться с таким краймом. Даже если вы следите какой-то семье, которая занимается краймом, это так не работает. Потому что это у вас будет получаться, что это связь с краймом, а это автоматически вар. Что-то ебать сложно, блять.
Да. Ай, блядь! Даже если вы снимете форму, наденете маски, нельзя ни на тюрьму заходить, ни заниматься криминальными действиями. Не, хорошо, я понимаю, что сюда нельзя заходить, есть существуют какие-то ивенты и прочее, правильно? Ну, это респа, ну как бы, грубо короче, говоря, это база, респаун понятно, и понятно, территория. Все, база, я понял, да. Туда туда не заходить, я понял. Шаверма, дай красную бурку, пожалуйста. Подойти к забору и попросить старшего, и соответственно, все понятно, хорошо. Шаверма. Иди нахуй, блядь, ну чел, блядь, за что, ну, блядь? Ну куртку дай красную, заебал. Вот, а да ты не в организации, что? Чувак. Что, да, с красных делать? Курток ты с организацией. Самое, ну, типа, до ты не в организации. Это армия, папича, не лезь. Ой, ша, подождите еще раз. Вот мы хотим, мы сейчас из-за чего ладно, все началось. Ладно, ладно, пацаны. Сейчас перенесут. Чтобы, блядь, без ора было. Картман, сек. Можете сюда и Картмана перевести. Да чтобы, да, не орали. Какой один у него был? А хуй его помнит. У него это Дуси какой-то там, понял. Пестроер, Дуси Пестроер. Он там на крыше был? Да, был. По-моему, был. Не был, на крыше не был. А, ну. Смотри, он снизу, что он вы снизу, хотите, ладно. Что вообще хотите сделать? Где снизу? Короче, мы хотели, какой план? Эти самые бичи, то есть не было администрации модернизации на в тот момент, когда мы производили как раз с Картманом объезд, патрулирование, вот. Я остановил машину, как все было. Я остановил машину, нам приказали, типа, это самое, поднять руки. Вот, Картман не поднял, убили его, я поднял, меня оставили в живых. Потом приехали еще несколько тачек, начали всех давить, то есть приехали из нашей организации люди, их начали давить, сбивать, то есть это non-RP drive, типа, ну вот как-то, знаете, всякая эта хуйня. Вот. Никого из них не это самое, ничего не, ну как обычно там кикают, не кикают, вот эта вся хуйня, ничего этого не было сделано. Они там давили минут 5 всех, и потом приехали, там еще расстреляли, то есть один, там, условно говоря, четверо стреляли, а двое других давили и сбивали с ног. Ну типа по такой примерно стратегии действовали. Вот, и короче это самое, пиздец как сгорело, мы перегородили дорогу, хотели вызвать подкрепление, но из подкрепления никто не приехал, блядь, код 0 не откликался, короче, тем более. Мы приехали, мы приехали. Нет народу, ну приехало, блядь, 4 человека, блядь. Ну когда, да. Всех существующих, да. Хуева гора, бля, просто хуева гора. Короче, никто нахуй вообще не приехал. Мы подняли своих этих самых ребят из организации. И, собственно, мы сейчас собрались, чтобы, блядь, отхуерить тех типов, потому что они, ну, во-первых, они нарушают правила. Я не говорю, что я дохуя правильный. Ну, просто я делаю так же, как и Влад. Ну, типа, сами понимаете, что, типа... Это месть! Ну, если делать все по правилам, если делать все по правилам, это будет неинтересно ни смотреть, ни играть. Вот. Это раз. А два, то, что мы просто хотим... Я, ебать, подрубил чат-стрим для того, чтобы разъебать бичи, типа, покарать, сидел, вот. Хотел уже спать идти, смотрите, блядь. Смотрите, вы можете им РП-стрелу забить. Вы... Что можете сделать? РП-стрелу. Да какую РП-стрелу? Они просто, они в крысу, условно говоря, РП-стрелу. Никакую РП-стрелу не можете вы забивать? И в крысу нас захуярили? Вы находитесь сейчас в ОСПД, правильно понимаю? Бля, пизда, ну, сейчас админы еще спалят, что у нас еще, блядь, организация, типа, ебать, а там вот. Пизды дадут. Соответственно, находясь в госструктуре, вы не можете не иметь связь. Да, нам еще пизды сейчас дадут. Ваши действия сейчас максимально могут быть такими. Вы запомнили этих людей, запомнили...